Необходимо жестко контролировать расходование бюджетных средств, чтобы каждая копейка дошла до жителей Орловской области. Среди главных приоритетов финансовой политики – исполнение в полном объеме всех социальных обязательств, говорит губернатор Орловской области Андрей Клычков. Мы должны очень жестко контролировать расходы. И именно по этой причине мы провели существенное сокращение органов государственной власти, правительства области. Было на 10 госорганов сокращение государственных структур. Я сократил количество замов после выборов. Ряд департаментов, управления, отделов мы сократили до 30%. Это вынужденная мера, потому что я считаю, что вопросы развития, они всегда связаны с собственными расходами. И здесь мы должны максимально сжать и не теряя качества наш административный персонал для получения более качественных услуг, работы, производительности труда органов госвласти и направить эти денежные средства именно в социальную сферу. Что касается приоритетов, в 2018 году нам удалось увеличить многие направления. На 30% увеличили объем дорожного фонда, 4,6 миллиардов рублей, что позволило реализовать амбициозные задачи, в которые многие не верили, но мы их выполнили. Ну, вот одну цифру назову, что за 2018 год в рамках реализации проекта строительства мы построили 71,5 километра дорог. Это построили новых дорог. В качестве сравнения приведу, что в период 2015-2017 года за 3 года было построено всего 51 километр дорог. Андрей Клычков рассказал о приоритетных задачах в рамках реализации национальных проектов. Сейчас Орловская область участвует в 11 из 12 национальных проектов. По 12-му, по нацпроекту «Наука» мы готовим документацию для того, чтобы поучаствовать и в нем. До 2024 года запланировано получение Орловской области дополнительных средств в объеме более 18 миллиардов рублей. Только в 2019 году мы получим на реализацию уже озвученного мной 3 миллиарда рублей. И задача сейчас перед правительством, перед органами местного управления контролировать расходование каждой копейки, для того, чтобы она дошла до жителя, до качества оказания услуг в какой бы то ни было сфере.